Друзья, привет! Всем доброго дня и доброго здоровья! Сегодня я приглашаю вас прогуляться по магазину Сельвер. Эта сеть магазинов считается у нас в Эстонии небюджетной, но в данный момент здесь проходит скидочная кампания, поэтому я здесь. Кого интересует эта тематика, присоединяйтесь. Сначала поднимусь на второй этаж. Здесь торгуют промтоварами. Если что-то будет интересное, на мой взгляд, то я вам покажу. Скидки на краску для волос. Вот, пожалуйста, 6,99. Лореаль подороже, 8,99. А Гарнье подешевле, 4,99. Шампуни тех же фирм тоже по скидке сейчас. Фирма Сиберика. Скидки на крема, на шампуни, на бальзамы для волос, на гели для душа. А крема фирмы Лореаль вот по такой цене, по которой вы видите. Мужские крема Сиберика, хоть и по скидке, но цена серьезная. Зубная паста Колгейт нынче тоже по скидке. Отбеливающая зубная паста Колгейт немножко подороже, но тоже по скидке. Еще по скидке комплект зубных щеток. Софт — это мягкие. Гели для душа фирма Фа для женщин. И для мужчин. Дезодоранты фирмы Фа. Дезодоранты для мужчин Нивея. Тоже по скидке. Гель для чистки сантехники, сделанный по заказу магазина Сельвер. Никогда раньше такого не видела, никогда не покупала. Цена очень хорошая, так что возьму для пробы. Посуда — моя слабость, никогда не могу пройти мимо. И вот остановилась возле таких стаканчиков. Сейчас они по скидке 2,49, но их, в общем-то, и осталось только две штуки. Поэтому, видимо, и скинули. Хочется купить, но так вот думаю, не знаю, куда их можно применить в моем случае. Это просто уже так, глаза заведущие. Вот такой есть тоже подобный стаканчик. Обычная цена 3,49. Здесь 2,49. В общем, подумаю. Ну, как-то 2, не знаю. Ни туда, ни сюда, и ни 2, ни 1,5. Сменные фильтры для воды подходят как раз для нашего кувшина. Скидка сейчас, наверное, возьму. Еду со второго этажа на первый, пройдусь по продуктам. На втором этаже вот мои покупки. Я в режиме жесткой экономии. Все купила, ничего лишнего. Фильтр для воды, моющее средство для сантехники и зубные щетки. Куплю коробочку плавленного сыра. Сейчас он по скидке €39. Это производство острова Сарома и копченый на можжевельнике. А еще был плавленый сырок с лисичками вот этой фирмы, но его нет. Народ не дураки, разобрали.
А еще я высмотрела вот такую намазку на хлеб. Она с солеными огурцами и с укропом. Тоже возьму. И еще вот такую коробочку сыра возьму плавленного. Это специально сделано для Сельвера и тоже очень хорошая цена. И еще я куплю один плавленый сырок, наш знаменитый Мэри-Вайк, в данном случае с черемшой. И цена у него €39, это хорошая скидочная цена, так что куплю. В общем, сегодня я в Сельвере набрала плавленых сырков от души, надолго хватит. Ну, в общем-то, у них и сроки тоже хорошие позволяют. Еще из сыра возьму вот такую нарезку. Это тоже с острова Сарама. И сегодня хорошая цена. Молотый кофе по скидке. Вот такой. Я его покупаю время от времени, так что возьму. Паштет вот в таких баночках по скидке. Сейчас 99 центов. И в составе у него 37% свиной печенки и 13% мяса. Остальное бульон и прочие добавки. Не знаю этого продукта, конкретно этого, но фирма Макс и Морец сама по себе вроде бы неплохая, но и в принципе цена тоже не огромная. Можно взять, попробовать, чтобы уже определиться с этим товаром, стоит или не стоит его покупать. Вот такая красивая на вид ветчина по 8,99 по скидке. Вот облюбовала такой кусочек, немножко с жирком. Это муж такой любит. Куплю ему, пусть побалуется. Так выглядит моя сегодняшняя корзинка покупок из магазина Сельвер. И для полной отчетности вот на такую сумму. Ну вот, я вышла уже из магазина, пришла на остановку, жду своего транспорта до дома. Ну и что, я хочу сказать свое мнение насчет этого магазина Сельвер. В общем-то, какие бы там ни были скидки, все равно цены на порядок дороже, чем, например, в том же самом магазине, который рядом с моим домом. Поэтому ничего особенно существенного я в этом магазине не купила. Просто, вы знаете, рука не поднимается, не налегает, чтобы купить что-то дороже, когда я знаю, что то же самое можно купить дешевле. Так что как-то вот так. Ну все, друзья, я с вами прощаюсь на сегодняшний день. До новых встреч на канале. Всем пока-пока.